Уличная преступность снижается. Полицейские Заурали отметили, за 9 месяцев этого года на улицах зарегистрировано почти на 4,5%, а в общественных местах на 7% меньше противоправных деяний. Всего из 3000 преступлений раскрыта почти половина. В этом большая заслуга нарядов патрульно-постовой службы, отметил начальник отдела охраны общественного порядка Сергей Грамотеев. Так, за 9 месяцев этого года значительно, а именно на 22,4%, возросло количество выявленных административных правонарушений. Кроме того, сотрудниками ППС задержано 68 преступников, объявленных в розыск. Данные позитивные тенденции возникли во многом по причине четкой реализации нами комплекса организационно-практических мероприятий. Полиция постоянно проводит различные профилактические мероприятия. Кроме того, особую помощь в раскрытии преступлений и правонарушений оказывает комплекс «Безопасный город». Система начала свою работу в 2005 году. На сегодняшний день в Кургане и Шадринске работает около 80 видеокамер. За 7 лет ее функционирования раскрыто около 10 преступлений. Конечно, говорить, если про административную практику, то там значительно больше, там более 7 тысяч административных правонарушений пресечено. Если брать прошедший период вот этого года, 9 месяцев, то с помощью данных систем раскрыто всего лишь одно преступление. Но опять же, административная практика около 2 тысяч административных правонарушений. В систему «Безопасный город» входят и уличные кнопки вызова полиции. Однако правоохранители с сожалением отмечают, за 7 лет зауральцы ни разу ими не воспользовались. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Вячеслав Шевчук, информационное агентство «Курган.ру».